Майстер-клас для выхованцев интерната. У переднавогодние дни особливая увага до тех, кому наибольш необходимо отчуть святочный настрой. Могилевские майстры запросили выхованцев Салтановского психоневрологичного интерната на экскурсию и майстер-класс. Не всю шишку, а только сверху мажем. Вот так. Берите, кисточки есть у кого-то. Кисточкой берите. Андрюша, бери шишку. Каждый старается сделать свою цацку особливой, робить упрыгожение для их не упершиню. У Салтановском психоневрологичном интернате большинство наведывая шматликие гуртки. У нас есть 12 кружков, мы тоже занимаемся и бисероплетением, и вышиванием, значит, поделки разные делаем, вязанием нас вяжут дети. Но сравнить и поучиться есть в чем. Акрамя майстер-класу, могилевские рамесники провели для выхованцев Салтановского интерната и экскурсию. Отрымалася вельми жвавая гутерка. Гости за хвотой делились уласным досвидом у вязания и вышивцы, распытывали про нюансы вырабу сувениров. Они все время хвалятся, что они это умеют. Там кто-то у них мальчик вяжет. Очень хорошо к зоне вязания проявили такой интерес. Вообще вышивка, вязание, бисероплетение – это то, что у них вызвало наибольший интерес. Напереди и у них еще великая святочная программа. Новый год у интернате – это час приема гостей, час подрыхтовки концертных номеров. Готовимся к утреннику. Я играю там лешим. Вот в пятницу будем выступать уже. Такие экскурсии у жителей интерната завсёды целая подея. Яны не только узбогачают, але и дают махчимость долучиться до агульного святочного настрою. Татьяна Дмитриева, Денис Бутылин, Новин регион.